на сегодняшний день все ребята говорят, что это большой подарок, что после такого огромного, красивого города Санкт-Петербурга, но слишком огромного, мы приехали в такой маленький город, но познакомились с людьми и поняли, что это и есть, так же, как вы сказали ранее, это, наверное, и есть те самые изюминки, те самые бриллианты, на которых, собственно, и держится этот город.